Круглый стол по вопросам инвалидов провели в Химках. В нем приняли участие сотрудники управления соцкоммуникации, представители общественных организаций и жители с особенностями здоровья. Светлана Борисенко пришла на встречу обсудить вопросы доступной среды. Говорит, город делает немало, но проблемы еще есть. Открылись новые поликлиники. Это на Мельникова. Мельникова один, взрослая и детская. Лифты в них не работают. Вот представьте, подняться на второй этаж. Нехватка пандусов у жилых домов и отсутствие специальных опознавательных знаков для слабовидящих – главные проблемы. Для этого встречаемся. Где нам еще, когда нас собирают, круглый стол, где мы все, глядя в глаза друг другу, можем сказать и о плохом, и о хорошем, и как пути решения этого всего. Уже 5 лет в Химках реализуют проект «Единая страна. Доступная среда». В рамках программы общественники устраивают рейды, оценивают уровень доступности социальных объектов для маломобильных граждан.